Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как я запекаю в духовке свиную грудинку. Вот она такая вот у меня достаточно толстая, с прослойками жира. Шкуру я убираю, отделяю, режу вдоль кости на кусочки, мариную. В маринад у меня входит соль, черный перец молотый, красный перец молотый, любимые специи. Добавляю кетчуп острый, режу репчатый лук, картошку, все перемешиваю. На низ противня кладу картошку, сверху выкладываю мясо. Вот так вот у меня все выглядит красиво и аппетитно, хотя еще не запечено. Также можно добавить чеснок по желанию, лавровый лист для аромата. Все раскладываем на противень. Толщина примерно вот такая вот кусков. Ставим в духовку. Духовка у меня разогрета на 250 градусов. В духовке выпекаем 40 минут. Потом переключаю на 200 градусов. Сверху накрываю специальным листом. Можно накрыть фольгой, чтобы не сильно подгорело, но у меня, видите, все равно даже через специальную крышку немножечко подгорело. Но зато у меня и картошка, и все прожарилось. В духовке, в общем, я держала час. За час все приготовилось. Смотрите, как красиво все получилось. И картошка, и мясо можно накладывать в тарелку и подавать вместе с любимым соусом. Приготовить свиную грудинку по моему рецепту легко и просто. Всем рекомендую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!